Records. Часть первая. Ракка. Часть первая. Мир. Техас. 2020 год. Когда-то мы были человечеством. Человеческой расой. А сейчас мы даже не помним своего прошлого. Нечисть. Они пришли, чтобы уничтожить нас. Они забрали нашу историю и нашу культуру, покрыли наши достопримечательности умирающим человечеством, чтобы об этом всегда помнили живые. Они построили какое-то подобие резервации для тех, кто выжил. Но те, у кому удалось спасти, говорят, что там было хуже, чем в аду. Людей использовали в качестве инкубаторов для подрастающего поколения пришельцев. Они уничтожали нас при помощи волн, когда прилетели, и построили эти мегаструктуры, выбрасывающие метан для создания атмосферы. Они знали, что наши растения не примут этих изменений. Это привело к глобальному потеплению и массовым наводнениям. Они начали войну против Земли. Они жгли наши леса. Все сложнее становилось дышать. Вблизи их строений дышать было совсем невозможно. Крысы. Насекомые. Люди. Они проникли в нашу психику, в наш разум, парализовали нас, взяли под контроль нашу мозговую и лимбическую систему, превратили нас в рабов. Нам удалось создать мозговой барьер, чтобы защититься от их влияния. Они знают, что мы не можем обеспечить ими всех нас. Это просто вопрос времени, когда наша планета станет их планетой. Но мы выжившие. Мы постоянно недоедали и голодали. Но наш дух креп и был готов к сопротивлению. Хотя в глубине души мы все понимали, что давно уже мертвы. Но какой-то нездоровый инстинкт заставлял приносить бессмысленные жертвы. Каждая рациональная мысль говорила нам, что все кончено. Но происходящие химические реакции указывали на то, что еще не конец. Политика — совсем другая история. Идите с нами. Не бойтесь. Они хотят для нас лучшего. Они построили резервацию для нас. Рай. Сложите свое оружие. Ну давай же. Покажи свое сраное личико. Идите с нами. Не бойтесь. Они построили резервацию. Идите с нами, друзья. Рай. Я хочу в новую резервацию. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Вот оно. Оно взрывоопасно.
Иногда получается так, как мы хотим. Но только один раз из тысячи. Но этого достаточно, чтобы сражаться дальше. Это дает луч надежды. Люди расплачиваются за это. Так происходит всегда. И после маленьких побед, победа ускользает все дальше. Вскоре человечество, возможно, перестанет существовать. И вот они явились, словно ангелы, окруженные северным сиянием. Словно спасение из Библии. Часть вторая. Амир и нож. Новый мир изменил всех. Подстроиться или умереть. Все просто. Нож остался в старом мире. Пироманьяк, создатель бомб. Но он не только выжил, а еще и начал процветать. Нож мог сделать что угодно из найденного мусора. Бомбы, мозговые шлемы, все что угодно. Мы нуждались в нем, и он это знал. Сколько у тебя? Ну, 4. Нет, нам нужно больше. Оплата как обычно? Да, конечно. А как насчет... того, что мы слышали. Ну, это не продается. Ну ты кусок дерьма. Подожди, приятель. Нам нужна твоя помощь. И ты это знаешь. У всего есть своя цена, и мы готовы заплатить. Конечно. Слушай. Я даже рад, что эти проклятые твари пришли. Теперь я могу поджигать все, что захочу, налево и направо, целыми днями и ночами напролет. И не попаду в тюрьму. Огонек. Огонек. Сдался тебе этот гребаный огонь. Огонь. Когда-нибудь огонь меня погубит. Так а чем я могу вам помочь? Вернуть все назад, как было всегда? Тогда мне нужна наживка. Наживка? Кто ты из твоих людей в качестве наживки? Каких-нибудь больных, для которых никому нет дела. Еще слово, и я принесу этому ублюдку голову. Это отлично. Это так смешно, так весело. Так дайте мне наживку. И мы устроим взрыв побольше. Я взорву целый отряд. Это же вам поможет, да? У меня огонька на всех хватит. Забавный ты парень, нож. Спички детям не игрушка. Я в курсе. Больных людей в обмен. Нож. В мирное время подобное предложение было бы безумным, аморальным. Но сейчас возможно все. Мы все проверили, никого нет. Хорошо, идем. Мы нашли Амира в секторе 7.
Сначала они думали, что он мертв, не выжил после этих экспериментов. Амир? Амир! Амир! Я не причиню тебе вреда. Посмотри на меня. Ты можешь нам помочь. Убей его. Завали его нахрен. Этот засранец один из них. Перестань. Я не причиню тебе вреда. Я знаю, что они это сделали. Все в порядке. Давай снимем это. Вот так. Ты свободен. Нам нужно осмотреть его раны. Хорошо. Все в порядке. Я Сара. Я должна попросить тебя об услуге. Я дам тебе еду. А ты окажешь мне услугу. Хорошо? Все в порядке, все хорошо. Мне нужно посмотреть, что они с тобой сделали. Этот мир изменил всех нас. Но Амир переродился. Это было нечто совершенно новое. Часть третья. Осада. Видишь всех этих людей? Они готовы сражаться, чтобы попробовать вернуть то, что раньше принадлежало им, чтобы заставить этих тварей прекратить продолжать делать то, что они делают. Что происходит с ней, черт побери? Она потеряла свою дочь. Да тут все потеряли своих дочерей. На тех, кто выжил, проводили эксперименты. И таких очень мало. Теоретически, все из-за того, что они были к этому предрасположены. Для них это было своего рода прорывом. И Амир один из них. Они подготовлены, чтобы остановить этот геноцид. Альфа-команда, выдвигаемся. Они готовы пожертвовать собой. Вперед! Они не должны сегодня умереть. Помоги нам.
Пожалуйста, скажи, что ты видишь в будущем. Ты можешь помочь нам, Амир. Мы можем их победить. Цель уничтожена. Фокс, можете двигаться дальше. Так, проверить всем свои шлемы. Я не хочу, чтобы кого-то заметили. Будем держаться подальше от их глаз, хорошо? Что ты видишь? Видишь, как мы их победили, Амир? Как мы научились на них охотиться? Как заставили их нас бояться? Амир. Ты помнишь, что они с тобой сделали? Они проводили над тобой эксперименты днями и ночами. Рвали людей на куски. Он ранен. Вашу мать, не дайте ему уйти. Погибли миллионы. Никто не выжил. Не после такого. Но иногда происходит чудо. Один на 10 миллионов, как ты. Кто-то, кому как-то удалось выжить. После всего этого ужаса. Эти твари наделили тебя исключительной силой, даром. И все человечество, не смотри. Отвернись. Ты можешь сделать то, что делают они. Положи его, Мартинес. Положи. Не делай этого, Мартинес. Скажи, пожалуйста, какое будущее ты видишь? Отруби ему нахрен голову. Амир, времени совсем нет. Должен использовать то, что они тебе дали. Выбора нет. Перевод «Энигма» и «Бэт Баджо» озвучил «Бэт Баджо».